продолжаем играть. Он был в рот чудом. Продолжаем собираться. У нас идут, значит, вот эти товарищи, все дружненько. Way this one is sighted in. There's no excuse for missed shots. Так, нет, подожди. Отменить. Улучшение мы на винтовку поставим одно. Вот эту перезарядку. Чтобы снайпера у нас часто стреляли. Это хорошо. Дальше магнитная винтовка. А, я хочу взять гренадера еще какого-нибудь. А, ты устал. Отдыхай, значит. Давай репортера возьмем. Так, снять все предметы. Сюда гранатку. Норм. Норм. Да? Нет. Сюда аптеку еще надо. Все, погнали. Погнали. По заданию совета надо выполнить, спасти Липа. Menace 1-5, we have a confirmed location for the VIP. Move to rendezvous. Eliminate all hostile contacts. Отправляйтесь к нему, уничтожьте все силы врага. Прикольно. Так, может быть, мы тогда пойдем и посветим немножко. Где здесь эвакуация? Слушай, ну вот здание, да? Мы прям с него, например, и постреляем, если что. My life is in your hands. Погнали. А на крышу как нам попасть? Как-то здесь не видно ни черта. Ну, вот здесь можно попасть, например, на крышу, да? Moving as ordered. Пошли сюда. Time to motor. Все, ломимся. Solid copy. Ломимся, как демоны, тогда все вперед, дружно. I need to ask twice. Виолетта докладывает, там никого. Поверим на слово. Сюда камера показала. Здесь кто-то есть. Так, окей. Пошли, например. Глянем, что на крыше у нас творится. Так, гражданские. Гражданских надо... О, здорово, пацаны. Гражданских надо бояться, потому что... Те еще сволочи, они палят. Так, давай. Окей. Работаем. Работаем мы каким образом? Например, ты сюда. Например, ты... да, здесь запалят. Ну давай, ты сюда. Время, как говорится, деньги, поэтому... особо не засиживаемся и в то же время... Давай, ты сюда. Ты вот сюда. Оперативно действуем. У нас 11 ходов, 10 ходов уже осталось. О, щитоносец еще. Нам их в любом случае нужно будет убивать, поэтому без проблем. Давай работать. Готовность. Дальше снайпер. Какая точность? 60. Отстой. Так, вот эти ребята у меня что скажут? Так, ты побежишь, если что. О, все плохо. Heading to that location. Давай, ты сюда. С пистолета, если что, постреляешь. Так, ты у нас... Roger, I've got my eyes on. Даже? Даже. Ну, ты, например, как-то 100% спегана. Давай, может быть, мы его так отправим. Просто бежим и режем, да? Они начинают шевелиться. И, может быть, еще... Хотя нет. Как лучше это сделать, а? Вот так. А, у него нету все равно мясорубки. Мясорубка у нас только у
госпожи Жигаловой. Ну погнали. Че сидеть-то? Здорово, пацаны. У него уже хп убавилось, смотри. Мастер клинка. Ты не оглушен, ничего? That armor's tough. Ух ты, смотри. Просто в упор. Просто прекрасно. Так, ну и все тогда. Сидим. Пулемет тогда, блин. Пулемет мешает подняться снайперу на крышу. Ну, в целом, вот здесь будет неплохая позиция. Пошли. Так. Чисто. Чё там? Кто там? Ой, ну... Ну, я же не готов. Я убивал тебя. А, нет. Может призывать солдат Адвента, атаки снижает волю всех солдат в поле зрения, восстанавливает потерянное здоровье. Блин. Более легкая мишень с высокой позиции. Ну сейчас снайперами тогда дадим ему Гарри. И получает дополнительный урон от заступников. I appreciate that. Я, говорит, очень признателен. Ну-ка. It's one of the chosen. This mission just got a little more dangerous. Stay on top of its position and try to take it out. I'm watching you. Так, работаем. Работаем. А давай, что мы будем работать? Отсюда мы его не увидим. Отсюда confirmed. Увидим. On the move. Проходим. Я думаю, что его-то наверняка убьем, да? Огонь. Не тратится, да? Так вот есть. Тебя подводим поближе куда-нибудь. Okay, I'll go. Ты будешь у нас ворота взламывать эти. Да, прекрасно. Отлично. Давай. Получить данные с инопланетного объекта. Хакер из него, конечно. Не важнец. Так, погнали дальше. Absolutely. Сюда. Гражданский. Covering now. Ну и здесь боевые. Это кто у нас? What would appear to be a single entity is actually a swarm of tiny robotic units working in close coordination to maintain a cohesive form. Прикольно. То есть это не кодекс у нас. Можем обойти его с фланга. Если скроется из поля зрения избранного или снизить вероятность попадания, применив глухую оборону. Окей. А, вот показывает красным, где у него зона выстрела. Давай, валим. Мы два раза можем стрельнуть. Может, с пистолета вот этого убьем, да? Да, 100% попадание. На, это тебе. И вот еще. Вот так вот.
What did you expect? I think Advent's been letting some of the rejects slip through production lately. Так, отсюда будем его фланговать. What's over there? Прекрасно. Огонь. Отлично. И вот этого осталось теперь кончать. Но его можно зарезать без проблем, без всяких, правильно? Пошли. Хорош. Свободен. А снайпера мы так этого и не видим, да? Поэтому мы, наверное, идем на его поиски. Виолетта у нас очень крутая в плане инвиза, невидимости. Фолк says I am to obey. Сюда. О, 49, ну попробуем, почему нет? Давай. Отлично. Hit the armor. Nice shot. But don't try that again. Nice shot. Orders confirmed. Moving out. Affirmative. Covering now. Идем. 3 очка здоровья восстановлено, смотри. Enjoy these final breaths. Так, ну и нам надо как-то наверх обратно залезть. Я бы хотел, чтобы сверхкатуры его стрелять. Affirmative. Возвращаемся. Got it. Ты сюда. Топорик 54. Не очень круто. А давай, может быть, мы тебе гранатку туда организуем какую-нибудь. Rolling. Блин, там еще пакеты могут быть. Да-да-да. Привет. But I've sure heard a lot about you. Привет. The legendary XCOM and their noble commander reunited at long last. Unfortunately, this party's gonna be short-lived. That's the Elder's Hunter. From what we've heard, he's a relentless tracker with an unnatural ability to call his shots. You're not much for subtlety. Это, говорит, охотник. Охотник тут. Seems almost like cheating. Так, ну-ка. На, лови. Лови топор. Пойдет. I'll chalk that up to beginner's luck. Круто. I'll get him next time. You sure you're up to this? Ну, например. The trap is set. На, вот так. Без проблем. Не жалко. 2 хп не выбил сразу. О, здравствуйте. Крюк. Нифига он полетать. Comes in handy sometimes. Завязывай. Нет, не надо гранатить. Ошеломление. Не, ошеломление пофиг. Это нам знакомо. Ну-ка, давай-ка. Вот так, например. Вот так вот. Все, повоевал. Охотник. Тоже мне. Ошеломление. Убийство избранного. Плюс 5 очков способности. Прекрасно. Слушай, шикарный чувак для фарма очков способности. Да? Машка жесткая какая-то. I'd say we owe our people a break after taking down that chosen commander. I doubt так, it'll давай, be long before заморозим. We see that thing again, though. Одного заморозим. Вторым немножко повозимся. Так, это кому мы можем дать? Ага, понял. Ну-ка. I'm at your service. Давай сюда. С фланга там куча. Давай.
Вот так. Скрита просто. У нас нулевой шанс обнаружения, если скрита мы глупим. Но он не добежит до нас. И это не может не радовать. А этот замерзший, да, у нас? Фантастика. Пошли. Сейчас на следующий ход двумя снайперами его будем расстреливать. Ну, мне не особо это надо так-то. Давай посмотрим, чего дают. Может быть, плюс 20 разломов? Хотя бы. We're good to go. Concealed. Okay. Пошли. Будем дверь открывать сейчас и этого выпускать мура. On Overwatch. Scanning. Ну, вот так. Замерзший, да. Постой немножко. Покури там. В этого мы сейчас с пистолетов постреляем чуть-чуть. Отравление. Минус 9 хп. I'm spotted. Да у тебя ходы кончили, берем. Ты сейчас должен умереть. Так-то по-хорошему. I'm trusting you here. Так, есть. VIP is secure and we're on the move. Точка эвакуации. Окей, пошли сюда. Зарядочка. Give me a minute. Да, пошли. Did you say so? Мы в сторону эвакуации движемся. Здесь мы не убегаем. Здесь мы не добегаем. Ну, мы, наверное, вот так сделаем. Remember, they are not victims. Да-да, не обнаружен, я знаю. И теперь... А, теперь все. Давай попробуем пострелять туда. Target neutralized. Шаман, однако. Double time. Проходим. Лутецкий забираем и на выход пора дергать. Лазерный прицел. На дробашике. На дробашике пойдет. On it. Так, ты сюда. No need to ask twice. Сюда. Подкрепление. Можно... Можно встретить. Я не возражаю. On Overwatch. Я не возражаю. Давайте okay. Встретим. Heading out. Overwatch. Ну, ты, например, просто Moving бежишь. Out. Потому что мало ли чё. Moving. Ты сюда. Поближе всё-таки к зоне эвакуации движешься. On Overwatch. Отлично, а ты на выход. Давай. Уматывай отседова. The VIP is with me. We're on our way out. My watch begins. Moving over, watch. Работаем, ребята. I've spotted an alien patrol. А ты чё замер? Алло. Почему нет? Shot failed to connect. Промах. Affirmative. Moving out. Так, ты сюда.
говорите? Not even close. Демоны. Out of ammo here. As you order, commander. Фланга хорошо выглядит. Так бы запалили. Так, и надо теперь вот этого робота Вертера убивать. Протокол блокировки. Действие, причем зелененькое, то есть. Может тебе просто, я не знаю, влупить. Так, чисто по-свойски. Давай. Отключение. Hard target, minimal damage. Прекрасно. I'm on the move. Armor still holding. Это круто, конечно, мужик. Но... By the numbers. Вот так вот. Готово, да? Okay, I'll go. Affirmative, covering now. Все, можно отваливать. По-хорошему. Got it, moving. Roger that. Сюда. Location confirmed. И сюда. 10-4. Все, отваливаем. I'm going. Эх, ты не добегаешь, да? Good to go. А ты? Ну ладно, они сейчас на второй ход выйдут. Так что это без проблем. Getting out of here! Getting out of here! Evac confirmed! Отлично. Copy that. I go where you tell me. I'm coming home. Just in time. Status confirmed. Mission accomplished. Охотника замочили. Прекрасно. This just goes to show that the Chosen are vulnerable and we can take them down. We just have to figure out how to keep them down. Давай тебе, ну, да блин, что такое происходит? Алло, алло, я хочу руки молнии. Почему я не могу выбрать руки? Слышите, да, нажимаю? А сюда нажимаю, все нормально. Не, ну давай мечи глаз, без проблем. Лазерный прицел и ученый. Excellent work, Commander. Your efforts continue to bolster the resistance movement across the globe. Так, ладно. А, у нас, кстати, один день до завершения задания. Данные не сейчас. Avenger plotting new course. Погнали, нам опять нужны материалы. Our actions have прекрасно получен опыт. And the elders grow fearful. Отлично. Солдат получил звание. Поехали. Commander, повышение. The factions have readied proposals for various covert missions. We should head to the ring to plan our next op. Неуязвимость. Так, стоп. Персональные боевые модули. Те. Мобильность давай накинем. С оружием потом разберемся. И уклонение есть, да? Уклонение. Кому поставить уклонение? Тебе? Давай вот так, рейнджерам, которые на передовой бегают, да? Отлично. Еще какое-нибудь задание можно взять, например. Теперь у нас майор есть, и мы можем вот это задание провести. Можно фракцию поискать. Можем на охотника поохотиться. Улучшение боевой смекалки, противодействие избранному, научный прорыв. О, модульные дробовики. Подожди, а я же делал
за 5 дней. У меня же есть дополнительный слот на дробовиках. Я же такое вот изучал уже, нет? Уклонение, кому надо? Ну давай будем по этим миссиям ходить. Сюда этого. И... Вот так, да? 5 дней. Ну прикольно. Давай 5 дней подождем. Covert is our specialty. Let's just hope your people can keep up. Норм. Strategic resource located. 71 материала. Хорошо. Разведданные. Доход от региона. I've always found those extra dimensional beings. Доход от региона. Especially irritating to hunt down. И надо уже будет вламываться. Через 5 дней начнем мероприятие по поиске, штаб-квартиры вот этого друга. Так, госпиталь. Отлично. Госпиталь, это хорошо. В госпитале вроде как негативные эффекты. Can be used to improve the recovery process of our wounded soldiers. And over time they'll also recuperate from any negative conditions they've picked up in combat. We can also speed up the process through therapy if needed. Подожди. Сколько займет? Столько не то? Да не то же, господи ты, боже мой. Так, ну-ка. Цифровая сеть, это уже куплено, да? Удаление отрицательных свойств 5 дней. Смотри, модульные пушки, то есть у нас на дробовиках будет 2 дополнительных слота. Вкуснотища какая, да? This will prove to have been an important breakthrough. Отлично, одна ячейка улучшения. А, это не на дробовиках, это на пулеметах. Радиус сопротивления, давай. Eager to begin, commander. Работаем. I suppose since that worked, we might as well keep it up, Commander. Так, чё, как у вас там дела? Хочу глянуть. Уклонение. Десяточка, да? Ну, норм. Норм. Поехали. Еще секретное здание. Можно вот эту фракцию найти? Тут у нас плюс 1 мобильность будет. Воля плюс 5. Тут нужен майор. Подожди. Давай все-таки найдем его. Надо уже голову поменять позывной. Все никак. We'll get the job done. Don't worry, commander. Теперь надо подождать. Работаем. Комплекс Адвента охраняется могущественным и крайне опасным пришельцем. Соблюдайте максимальную. Commander, now that we've established contact with the local resistance, we've got the details we need to move on the aliens' facility. This is our chance to set back their work on the Avatar project. Чуть позже пойдем. Так, нет. Сюда. Инженер. Защищайте. Our inspiration did prove beneficial. Доступно радиорегистратор. И вот они, модульные дробовики, дополнительная ячейка улучшения по сравнению с обычными моделями. Короче, все-таки будет у нас плюс 2. Я хочу, знаете, чем? Мне понятно, что нужно шифрование, но я хочу уже в конце концов какую-то броню. Я хочу какую-то броню. Можно вайпер раскрыть, и у нас будут улучшенные... аптечки, по-моему. I foresee a number of valuable applications stemming from this technology. I'll have a report assembled as soon as the research is complete. Commander, based on my research in collaboration with Shen, I believe we can reduce the intel cost of contacting additional regions by building radio relay towers along our network. The further a region is from a relay, the more it will cost us in intel. So I would suggest building relays along the remote edges of our existing network.
I believe the resistance will be grateful for the construction of these relays. They may reward us in kind. Хороший. Западное побережье США. Доход плюс 27 материалов. Прекрасно. Так, инопланетный сплав, кристалл и Лерия. Тут разведданные. Может быть, на рынок? У нас 135 разведданных. Это достаточно неплохо. Маркет is open. Пить. Ультраподвижность, кстати. Беру. Спасибо. И снижает в 2 раза время операции охота на избранного. Слушай, прикольно, да? 4 дня сэкономим. Беру. И вот это беру. Хорош. Чё там? 3 дня осталось. Slowly, my knowledge of your movement grows, and with each passing day, I come closer to ending your life of battle. Что здесь у нас? Нейтрализуйте полевого командира. Заберите предмет с объекта Адвента. Тут нам снайпера дадут. Тут нам инженера дадут. А тут ученого? Да, тут ученого. Даже не знаю. Скрытое событие, я что-то... Ну, у нас 305 материалов. Так-то... Ну, я думаю, что в любом случае будем уже заканчивать, ребят, эту серию. Поэтому... Пойдем-ка мы, наверное... Нейтрализуйте полевого командира. Наверное, мы вот сюда пойдем. За инженером, да? Setting course for Eastern United States. Поехали. И отправляться на эту миссию. Commander, I've got trace chemical readings throughout that area showing a mix of volatile compounds. If we're not careful, that whole place could end up on fire. Даже не знаю. Давайте чекнуть бур. Тут норм, все. Снайпера мне не нужны. Скорее всего, это будет много взрывчатых веществ. А полевой командир, может быть, опять мы в каких-то катакомбах будем ползать. Поэтому мы, наверное, возьмем парочку новобранцев. Да. Почему бы нам не прокачать новобранцев, правильно? Оснащение. На, это тебе. А это... Это тебе. Ну, у тебя что? Персональный боевой модуль. Плюс 25 уклонения. Да, давай его поставим. Он уже все равно где-то впереди бегает, правильно? Так, у этого хорошая пушка, аптечек только маловато. Давай новичкам, например, выдадим аптечки. Почему? Потому что аптечек больше нет, да? Стой. Может, у кого-то завалялось? Да. Есть и отравленные патроны. Этот гранаты бросает без штрафов. Ну, в смысле, не тратят действия. Что у тебя по способностям? Ваша граната носит плюс 2 урона. А, больше не завершают ход. Просто они не завершают ход. Давай, может быть, вспомогательную ячейку прокачаем. Вот так вот, да, сделаем. И у него появляется дополнительная ячейка, в которой можно, например,
отравленные патроны засунуть. И это хорошо, на мой взгляд. Ну, я думаю, что приблизительно вот такими отрядами пойдем. Как-то так, ребят. Все, чтобы серию особо не растягивать, на этом буду с вами прощаться. Увидимся в следующем видео. А с вами был Серега. Всем счастливо, всем пока-пока.